Donecke gimęs Viačeslavas Bobrovas savo profesionalo kelią pradėjo Mariupolyje. Ten įvyko ir pirmoji pažintis su Lietuvos krepšiniu, nes vietos Azovmaš klubą tuo metu treniravo šviesaus atminimo krepšinio specialistas Rimas Girskis. Было много волнения из-за того, что уже переходил более сильный спорт, уже, как сказать, мужской, и было такое чувство, не хотелось подвести своих оппонентов, не хотелось как бы быть тем слабым звеном на площадке, через которого могли бы забить и там, играть более один в один. Вот, поэтому старался отдаваться полностью на площадке, и спасибо Римасу Гирскису, Царство Небесное, он первый дал мне минуты в большом спорте, в плане вот Суперлиги в Украине. Это, я считаю, один из великих тренеров, которых привел баскетбольный клуб «Азовмаш» большим наградам. Dar pernai vos trečioje Prancūzijos lygoje rungtyniavęs ukrainietis vasarą papildė Pasvalio pieno žvaigždžių klubą ir debiutavo BetSafe LKL čempionate. Я считаю, что это очень хорошая лига, очень сильная, и я давно следил за литовским баскетболом, так как многие ребята из Украины уже здесь играли. Bobrovo žaidimo kreivė šį sezoną vis kyla, o žaidėjo progresu tiesiog neįmanoma nesižavėti. Jo šuolis iš Prancūzijos trečios lygos į LKL ir tikrai geras žaidimas, ne tik atvykimas čia, rodo, kad padarė didelę pažangą, tai kad žaidžia Ukrainos rinktinėje irgi rodo, kad eina teisingų kelių. Конечно, я чувствую, что где-то уровень мой стал выше, но для меня плюс то, что мое мировоззрение в баскетболе стало еще шире, потому что очень много игроков, литовцев и легионеров играют в чемпионате Литвы, и это колоссально большой опыт, потому что мы играем против Жальгириса, который показывает, я считаю, один из лучших сезонов в Евролиге и в ЛКЛ тоже. Вот, мы играли против Литова Зритас, который показал себя тоже на уровне в Еврокубке. Вот, очень много команд и очень много игроков, которые индивидуально очень сильны, и есть чему всегда учиться. Вот. Я очень счастлив, что я попал в литовскую лигу, что есть такой опыт у меня узнать от каждого игрока что-то взять для себя, потому что с каждым годом нужно брать планку выше и выше, нужно постоянно расти, добавлять в игре, чтобы твой уровень всегда был где-то лучше, чем у оппонента. Ты этот карьерист, мусу, если так кого-то, не нуляйдзинтис ранку, то есть mums be galo svarbus, pas jį yra kovojimas, nežiūrint rezultato. Antras tai yra fizinės galimybės. Jis tikrai yra su savo kūno svoriu, jis yra ir tvirtas, bet ir greitas. Tai jis iš tikrųjų turi daug privalumų žaidžiant penktoj pozicijai prieš didesnius žaidėjus, nes jis gynyboje gali pakankamai atstovėti fiziškai, bet turi polime didelį pranašumą savo greitį. Manau, kad šiek tiek, ką jis pradėjo daryti, po viškutį pas mus pradeda mesti tritaškį, ko mes iš jo norim, nes jisai gali juos pataikyti. Tai jeigu jis nebijos drąsiau metis, ar dadės jo arsenalui dar didesnį ginklą. 2017 rugsėjį pieno žvaigždžių aukštaūgis kartu su savo šalies nacionalinė komanda pirmą kartą išvyko į finalinį Europos krepšinio čempionato turnyrą. Для меня всегда было целью попасть в сборную и не быть на вторых ролях, а вот играть, приносить результат, и даже не стоит цель забивать очки, как принести команде победу, даже элементарно защищаться, подбирать, отдавать передачи. Я ставлю в первую очередь себе это защищаться, помогать ребятам подбирать, потому что всегда в команде есть 2-3 человека, которые должны выполнять ту черную работу, которая есть на площадке. Šio sezono BetSafe LKL gražiausių epizodų rinkinukai neįsivaizduojami be Slavos Bobrovo galingų šuolių ir triuškinančių dėjimų. Всегда приятно где-то показать, порадовать не только команду своими очками, но и болельщиков, потому что я считаю, что баскетбол – это не только спорт, но и шоу. Люди платят за то, чтобы посмотреть на зрелище, на те же передачи, на те же трехочковые, на те же данки. И люди, когда приходят на игру, они заряжают и нас тоже своей энергией, и мы стараемся зарядить их.
Daugelis jau spėlioja, kur bus kita šiemet Lietuvoje sužibusio ukrainiečio karjeros stotelė, tačiau pats krepšininkas koncentruojasi į dabartį ir ambicingai žvelgia į šio sezono finišą. Я стараюсь отбросить эти мысли, не хочу концентрироваться на следующем сезоне, потому что когда ты начинаешь думать о будущем, ты не сконцентрирован на сегодняшнем дне. Сейчас между нами, Ювентусом, Шауляем идет борьба за пятое место. Конечно, хочется всегда подняться где-то повыше, чтобы, может быть, где-то какой-то команде сделать сюрприз и обыграть их, вот, потому что хочется побороться за медали. Я знаю, что наша команда может, и мы достойны этого. Сила, которая есть в раздевалке, которая есть за площадкой, которая есть на площадке, она присутствует. И с каждым разом мы стараемся все-таки более показывать ее на площадке, показывать те эмоции, которые будут толкать нас вперед еще и еще.